Пенсии и пособия, да. Тебе в... Тут есть разные эти гадания. Посмотрим. Это классическая денежная подкова. Но это мы не видели. Ну, это обычные карты, которые нам вообще не интересны. Ого, что Но она такое? просто расскажет. Что? Сейчас расскажу. Первое. Это тё, у тебя был ничего. Ну, блин, она просто процвета. гадание расскажет. Это кому надо, просто сам пройдет. Это просто обычные гадания, которые особо не нужны. Она скажет, вот семерка, вот страшелка, вот... Не, это просто гадание. Какие деньги? Это... Ты не ви... не... За... Да, ты сама... Я все это как... Давайте в игру карточную. Вот, началась, да. Начать. Прежде нам надо проиграть ей. Но тут не получится сначала проиграть, как я полагаю. Ой. Играем в очко. А, у меня скип еще раз. У меня скип работает. Блин, я не могу скип выключить. Блин, но дальше минимально. Вот. Ну что? Мне 100 тысяч зачислилось. Как же лучше поступить? Ну, нам надо продолжить игру. Настоящий мужик, который не боится рисковать. Высокие ставки заслуживают награды. Ну, погнали. Мы сейчас в любом случае проиграем, да? Ага. Ничего, уверенно ты отыграешься. Не расстраивайся. По специальной программе «Скуп услуг» мы автоматически оформим тебе мгновенный займ. Спасибо. Просто повысим твой лимит, до которого ты можешь уйти. К тому же все документы твои у нас уже есть. Играем. Займ не хочет. Еще одну. Ой, ё-моё. Ну тут в любом случае играем. Если два раза не повезло, то в третий точно повезет. Конечно, точно повезет, и точно еще расклады на твои действия. Месте я бы поставила побольше, чтобы сразу выйти в плюс. 400 тысяч ставка, о май гад. Ну, конечно, десятку. Ну уж нет, хватит. Ты же только начал выигрывать. Нужно просто еще немного постараться. Я уже в глубоком минусе. По 100 тысяч. Это просто виртуальные деньги. Ага, виртуальные. Ну что ж, выглядит так, будто мы все заполнили. Теперь ты можешь получить свою альтушку. Жди. Да быть того не может. Не похоже на виртуальные деньги. А когда Скуф... Альтушка, Лиза познакомились, тогда сразу понравились друг другу и тут же начали жить вместе. Лиза приехала к Скуфу и даже помогала ему с деньгами, делая онлайн-расклады. Вот Скуфа такие расклады более чем устраивали. Такой расклад, типа игра слов. Неужели на этот раз это правда? О, кажется, приехала. Беги скорее, открывай. Кто там? Идемте. Здравствуйте, меня Сергей зовут. Коллектор. Я по поводу вашей задолженности в онлайн-казино. Скажите, пожалуйста, когда сможете вернуть долг? Эх, нет, братан, так крепко ты еще не влипал. У меня ощущение дежавю. Ага, проиграли в карты. Что такое? Что